Всем привет! Сегодня по вашим многочисленным просьбам лучшие строители с моего дискорд сервера за 2 часа будут строить стенды из Джоджо. Правда, я вообще не знаю, что это такое, но вы же знаете, да? По традиции запускаем эпичный салют. И вы можете начинать строить. Я пришел смотреть, что вы тут построили. Так, тут у нас Астернак. Что это такое? Это олицетворение человека. Ну это вроде похоже на какую-то очень странную, страшную. То я постарался, я зато я сделал красиво. Рядом с тобой тут есть Агуша, который тоже что-то строит. Это из Джоджо. Я не знаю, как он называется, но я видел его в инете, поэтому... В итоге это широкий пуш, у которого голова не на плечах, а на груди. Ужас, как страшно. Ладно, посмотрим, что это будет. Здесь четвером сидят, строят. Фантус, что? Это уже прям похоже на какого-то человека. Хотя, наверное, здесь больше подойдет, типа, на стан какой-то. Тут вообще... Тонус. Меня дубасит кулаками. Он тебя убьет сейчас. Ладно, жесткий, такой страшный и такой механический. Это что там? Это Нокхо Маринус. Себе ты это... Это я строю. Чё это такое? Ну блин, это по идее должен быть стенд, только у меня получился каким-то жирным. Это самый широкий и самый сильный стенд. Да, что такое? А геймер что сделал? Геймера тут... Это красиво реально. Но он выиграл, все, он выиграл. Не надо еще механизм сбацать. А тут уже мы построили. Все, что вы построили, вот это все, да. Вернемся через 30 минут тогда. Тридцать минут прошли, я снова к вам пришел. Я тут вижу, вы уже много чего сделали, да? Чё он может? Стиральная машинка. Типа это твой питомец, он за тобой бегает, то есть твой стенд. Это построил Фантус. Фантус, что это? Это какой-то другой стенд, он уже чуть-чуть поменьше. Пчел, где твой стенд? Да есть стенд, это ключ, это стенд. Вот я не знаю, что такое вот эти всякие стенды. Вы не можете просто там меня заскамить, какой-то ключ построить и сказать, что такое бывает? Так нет, он реально есть, он называется мистер президент. Напишите в комментариях, он бывает или нет, или он меня обманывает. Пчел, а тут его президент, ладно, оставим пока. У Фантуса вот такая фиолетовая штуковина. Это стенд черепахи. Черепахи? Ну, черепаха да. Фиолетовая? Ладно. Это что такое? Это The World. Ее нужно останавливать время. А у Агуши что такое? Что-то страшное, очень страшное. Я делаю анимацию рук для этой чупакабры. Ага. Чупакабра. Очень страшная штука. Да. Так, а рядом с тобой Астернак, у него тут что-то реально такое очень страшное. Что это? Shadow of the World из аркады. Надо сделать вид, что я все понял, мне что все понятно, я что все знаю. А, это же... Ой, что-то я забыл. Что ж, это все, что вы построили за 30 минут, у вас остался еще один час. Вам нужно успеть сделать механизмы и подготовиться к битве стендов. Прошли 30 минут. Это мой стенд. Это чупакабра, которая летает на щупальцах. У него масочка такая забивная, которая смотрит на тебя. У него такие есть наплечники забивные. Он трясется, как и я. И у него очень большой пресс. А еще он может бить ухов. Продемонстрируйте, пожалуйста, на ухах. Что? Это было жестко. Идешь. Такой безобидный ух сидит, такой ура. И такой бах. Бам, его убили. И все. А, чё? Ты меня убил! Я не убивал, ты сам себя убил. Он решил стать свободным этим, как их там, стендом и уничтожил своего хозяина. Плохой стенд. И теперь качается, еще что сидит. Ладно, идем за мной. Это очень умный стенд, за это, я думаю, можно ему поставить много очков. Давайте оценим этот стенд. Вот этого стенда, которого построил Агуша, 36 очков из 50. А вы можете написать в комментариях, чей стенд был реально круче всех. Переходим к следующему стенду. Теперь мы посмотрим стенд геймера. Посмотрите, какой он массивный. Он даже больше, чем стенд Агуши. Как его вообще зовут, если стендам дают имена?
Почему ты так крутишься? Как будто он сам тебя берет руками и своими таскает. Он слишком тяжелый, поэтому... Почему ты его таскаешь, а не он тебя таскает? Если... Я его таскаю. Стенд тоже может бить ухо. Ой, знаешь, такая мясорубка меня точно прибьет. Давай папу стенда. А это я хотел сказать. Сейчас будет битва между вот этим и... Сейчас есть. Туск, тыск. Сейчас будет битва между Таском и вот этим Чупакаброй. Это тоже Таск. Да. Погнали. Файт! Вот так вот. Давай. Чего? Как Агуша проиграл? С него так посыпались вот эти штуковины. Это была эпичная битва. У него там мясорубка, у меня эти маленькие. Да, у тебя скромные кулачки против огромной мясорубки. Таск против Таска. Раунд 2. Файт, давайте. Агуша, тащи. Битва мясорубок, и Агуша снова проиграл. Нет. Его взорвали. Нет. И что, он так будет все время качаться, что ли? Я не знаю, почему он качается. Хватит. Получается, стенд геймера победил стенда Агуши. Почему это так странно звучит? Короче, геймер победил Агушу. Давайте оценим стенд Агуш... Ой, геймера. У геймера 44 очков. А можно я один из ваших стендов одену, твой геймер? Ну да. А то вы там сами их одеваете, они за вами бегают, вас охраняют, а меня никто не охраняет. Так, теперь этот стенд будет охранять меня. И вот, теперь я под защитой. Вот, допустим, на меня напал вот этот фиш, рыбка. Я активирую своего защитника, и начинается жесткая заруба. Не понял, а куда он убежал? Он испугался, что ли? А кто меня защищать теперь будет? Ну ладно. Агуша, давай твой стенд защитим. Да, давайте теперь Агуша стенд оденем. Может, он похрабрее. Так, сейчас проверим. Вот мишень. А ну-ка, стенд в атаку. Давай, давай, так, давай, давай. Он замочил противника. Его тоже замочил. Оп-оп-оп-оп. Он убирает все преграды на моем пути и всех челиков на моем пути. Меня. Да. Этот стенд прям жесткий. Он не испугался никого и уничтожил всех. Ха, дыш-дыш-дыш-дыш. Так прикольно, когда тебя защищает какой-то стенд непонятный. Надо его поджарить. Он горит. Тыши его, воду прыгай, воду прыгай. Воду прыгай, иди. Стенд подгорел. Ой. Опа. Кто за стенд построил пчел? А, это же ключ какой-то. Угу. Что это? Но... Где я? Помогите. Ладно. Знаешь, мне этот ключ нравится. Он меня телепортировал в комнату, где тут кайфовые кресла и кайфовые столы. Мне не кажется, что там сильно кайфово. В смысле? Что? Меня на пиксели разбило. Я превратился в квадрат. Упали. Что это было? Что за... Это жестко вообще. Комнатка уютная, но в конце что-то неуютно. Да. Мне кажется, даже твой стенд всех остальных может легко победить. А, кстати, да. Агуша, геймер, давайте, покажите ему, кто тут самый главный стенд. И делитесь с мистером президентом. Сейчас мы ему в лоб подарим подарочек. 3, 2, 1, начали. Атакуйте этого пчела. Что? Вы его так легко победили? Так, кстати, еще. В смысле еще? Домой! Агуша победил всех. Подписывайтесь на канал. Я сейчас это, съем вас всех. Ай, блин, нет, не бей, не ломай мне. 3, 2, 1, файт, давайте. Мистер президент против Таска. Я беру тебя в заложники. Не надо меня. Я оператор вообще-то, меня нельзя трогать. Ставь. Ну ладно, тебе. Давай, Агуша, Агуша. Ой, блин. Файт, один на один. Так, куда один? Все. Съел свой портал. Да понимаешь, твой стенд слишком слабый. Никогда не думал, что буду говорить такие странные названия, но Таск победил мистера президента. Да, давайте крестики-нолики. Давай со мной. Давай. Что, меня заскамили? О, нет, это был скам. Я взорвали. А я говорил, что оператора трогать нельзя. Мистер президент набирает 33 из 50 очков. А как его зовут? Он, это Shadow the World. Ага, запомним. Он ножами кидается, что ли? Жестко. Он проткнул другого. Хоба, чинк. Это очень прикольно выглядит. Вообще красиво. А еще он сам такой страшный и прикольный.
Вот это он злой, конечно. Нет, я хочу закушать PvP сделать. А, точно, давайте. Да он мне вынес. Надо попробовать. Shadow of the World против этого. А, все. Ну все уже сразу. Я даже сказать не успел. Че так быстро? Осталось только его лицо. А можно я Астернак твой стенд одену? Что? Огонь. Я кидаюсь ножами, прикольно. Ноль, файт. Все стоят и ждут чего-то. Нет. Агуша бежит медленно, но уверенно. Астернак стоит и ждет. Астернак выходит в бой и ножи, хоп, все. Мне кажется, уже третий раунд даже не нужен, потому что ты точно выигрываешь, Агуша. А попробуй танк проткнуть насквозь. Танк убегает. Все, ему башню. О, все. Минус танк. Просто какие-то ножики уничтожили жесткий танк. Можно я опять его одену? Этот стенд набирает 43,5 очка и, короче, на втором месте. Выглядит очень страшно. А че он кусается? Ой, умер сразу, даже не прикасаясь, он тебя убьет. Это The World. У него скин на Таноса, у него печатка Танос. Он может делать залп вот так. Как? И что это за поле? Попробуй уничтожить вот этот танк. Жестко прям. Танк пробит насквозь. Эти колеса пробил. И последний стенд. Это стенд Деттинга. Как его зовут вообще? Стар Платинум. Как? Фиолетовая жижа. А, фиолетовая жижа? Ну ладно. Твоя, как ты сказала, фиолетовая жижа, что она умеет? Ой. Что это? Ну это типа палец она выдвигает, Старфингер. А, Станька, только меня не режь этим пальцем, просто вот выдвини палец. Не надо меня, я уже сказал. Человек, он просто берет двумя пальцами, меня трогает, и я уничтожаюсь, да? Вот, типа вот эти два пальца, они меня уничтожают. Хопа! А так он выглядит очень эпично, жестко. Все, 3, 2, 1, начали. Все, битва теперь началась. Вы меня уже побили. Я не буду с тобой, я не хочу с тобой, я не обязан с тобой. Большая мама идет. Нет, Агуша. Вот это нечестно, то, что меня начали убивать, когда еще не началось ничего. Ой, а куда я попал? Оператора закрыли в закулисье. Помогите. Астернак. Уничтожил Фантуса, бедный Фантус. Да блин, все, мой ключик упал. Что? Они все попались в твою комнату, мистер президент, ты знаешь? Да. Слезь меня. Что? Вы все проиграли, это жестко. Я выиграю Фантуса. Пчел, ты нас всех закрыл в своем закулисье. Так, я не понял, кто в битве конец победил, ну ладно. На этом битва строителей стендов из Джоджо заканчивается. Спасибо за участие Фантузу, Астернаку, Пчелу, Фишу, Агуше, Геймеру, Фантузу и вот другая интересная битва строителей. Всем пока. Передаю привет пингвинке. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Передаю Инозакиту, что Геншин фигня. Привет, Хома, передаю привет тебе. Всем пока, я пошел. И всем пока. Всем пока.